А всем привет, с вами Тимонный. Это у меня в руках перепелиное яйцо. Самое маленькое из яиц, которое можно купить в магазине. Посмотрите, насколько оно маленькое. Даже Тимка в сравнении с ним гигантом кажется. А вот это уже куриное яйцо. И оно раза в три больше. Тимке оно очень нравится. Ну и сейчас я вам покажу еще одно яичко. Такое себе мутант яйцо. Да, ну блин, с размером суриката, реально, представляете, куишницу можно сделать. Как вы думаете, что это за яйцо, угадайте? Ну понятно, это яйцо страуса. Да, Тимка, не бойся, оно не лопнет. Мы лично проверяли и стояли на этом яйце, так как яйцо страуса может выдержать вес страуса в 200 килограмм. Я хочу это яйцо поместить в вакуум и показать, что происходит с страусиным яйцом в космосе. Я уже это делал с обычным яйцом, это было круто. И кто не знает, вакуум лопает банки с йогуртом на ура. Кстати, я не прочь что-то прикупить по дешевке, а вы знали, ребята? Сегодня интернет-магазин Умка сошел с ума и дарит целых 100 тысяч подарков из Китая. Регистрируйтесь на сайте, покупайте товар со специальной отметкой и получайте подарок. Два товара по цене одного. Акция длится всего 3 дня, поспешите, призы тают буквально на глазах. Чем хорошим комод, цены такие же, как на Алиэкспресс, а иногда даже ниже, чем у китайцев. Быстрая доставка, русская техподдержка и официальная гарантия. Но главное, Умка Мол регулярно проводит акции с халявой. В этом году это финальная акция. Не упусти момент, срочно переходи по ссылке в описании и получай подарки. Да, и Тимка, иди сюда, держи, тебе приз. Тимка первый раз пробует яйцо, я еще ни разу ему не давал. А вообще сурикатам полезно перепелиные яйца. Он так смешно кушает, всегда забавно это наблюдать. Ну да, и сурикаты не очень опрятные. Он когда кушает корм или там мяско, другая еда, всегда по квартире разлетается и приходится убирать. Да, ему очень нравится яичко, ням-ням. Кстати, полезно выпивать такие яйца сырыми, ребята. Ну и давайте достанем нашу старую вакуумную установку. Она еще времен СССР и столько всего повидала. Нам ее продали в институте, я этому очень рад. Тимка, ты хочешь быть космонавтом? Таракан уже проверял. Ну, я думаю, тебе не стоит. Ты же не таракан и не такой живучий. Ну и возьмем наше яйцо. Я сейчас помещу его в вакуум и покажу, что с ним происходит. Чтобы оно не упало, подставим пробочку. Так, давайте включаем установку. Так, начался нагнетаться вакуум. И смотрите, это интересно. Яйцо начало выделять пот. Или я не знаю, что это. Это какая-то жидкость, проходит она через поры, но при этом яйцо не взрывается и не лопается. Это все потому, что оно очень крепкое, толщина его скорлупы около 2 мм. Так, ладно, выключаем установку. Так, нужно что-то менять. А давайте проделаем в яйце дырку. Я хочу, чтобы через дырочку заходил вакуум и, возможно, тогда что-то с яйцом произойдет. Так, давайте включаем установку и ждем. Да, ничего пока не происходит, почему-то яйцо не взрывается и не выплескивается, вроде бы вакуум туда проникает. Так, выключаю. Ну, давайте посмотрим, я думаю, нужно вскрыть его и посмотреть. Да, ребята, смотрите, внутри любого яйца есть плева, это такая оболочка, в которой плавает белок с желтком. Если мы поместим яйцо снова в установку и включим вакуум, давайте попробуем, посмотрите, что происходит. Плева надувается, но не лопается, и это не дает низкому давлению проникнуть в яйцо, даже если вы его и разобьете. Главное, это не повредить эту оболочку яйца. Так, давайте все-таки разобьем яйцо и вылим его в мерную лейку. Ого, сколько его! Да, смотрите, это лейка на 700 мл, и тут почти литр яйца. Блин, невероятно. Как вы видите, это обычное яйцо, никакого страуса тут нет. Потому что оно не оплодотворено, это яйца продают ресторанам. Это, можно сказать, такое гигантское яйцо. Мы уже снимали видео, когда жарили с него яичницу. Да, и ничего особенного по вкусу, куриные яйца, как по мне, даже вкуснее. Ладно, давайте поместим разбитое яйцо в установку и включим вакуум. Так, ждем немного. Видите, какие-то процессы начали происходить. Обалдеть, началось. И теперь смотрите. Без нагревания яйцо начало закипать, и оно реально кипит, оно пузырится, пытается сбежать, и на вид даже как будто поджаривается.
Но если посмотреть чуть ниже, ну кажется сырым, и сверху уже совершенно другая картина. Это все потому, что в низком давлении закипает любая жидкость, а яйцо не исключение. Если мы выключим установку, то вы видите, что от кипения и нет следа. Ведь нагревания на самом деле не было, и соответственно яйцо не варилось и не жарилось. Оно как было, так и осталось. На что мы выяснили, что страусиные яйца очень крепкие, и его нереально поломать даже в космосе, да. Оно не лопнет из-за низкого давления, все будет с ним хорошо. Возможно, страусов стоит запускать в космос. Ставьте лайк Тимке за эксперимент, если вы хотите еще видео с ним, особенно с вакуумом. Если это видео наберет 30 тысяч лайков, я покажу вам, как ведут себя антистресс-игрушки в вакууме. Подписывайтесь на канал, делайте репосты видео. И на этом все, ребята, всем удачи и пока.